Sveiki, su mumis Vytautas ir aš Džiu Days Gone. Ir mes tęsim šitą žaidimą. Klausom. Да, я здесь. Это Уилл. Что там с моей заявкой? Ты хоть заглянул в нее? Что? Ты теперь чуть ли не каждый день ведьму обслуживаешь. Я чувствую себя обделенным. Да. Да, то есть... Да, сэр. Полистирол. Нужен полистирол, верно? Ага, вот именно, полистирол. Если ты не знаешь, где его взять, на 97-й трассе к югу от Чемулта есть разбившийся грузовик под водонапорной башней. Найдешь? Да нет. Короче, найду я его. Грузовик, да? Неплохо. Достану я этот полистирол. Уж постарайся. Конец связи. Где жюрим? Ох ты, ё-моё. Не пер толи выезжать, не? Ё-моё, ты че... Толёв, негу... А, капрал, Шакер. Герой дня! Ди, у меня к тебе вопрос. Как городской парень с восточного побережья тут оказался? Ну, собственно, я служил с парнем с Лонг-Айленда. Такой акцент ни с чем не спутаешь. Серьезное дело. Я тебе вот что скажу. До того, как все накрылось, у меня был веб-сайт. Нужна пушка есть пушка.ком. Господи! Так вот, где я тебя видел. У тебя было свое кабельное шоу. Мой старик очень любил его смотреть. У твоего старика был вкус. Да, было такое шоу. Я ездил по стране, в провинцию на выставки, по блошиным рынкам, все такое. Ну, провинциальнее, чем вот это, не бывает. Пожалуй, так и есть. На каге выезжаем, о... Береги себя, капрал Сент-Джон. Ишкирпт? Нес, ну, бус на баду сважаем, нас выживать. Сташкас. Выживет, мам, ты край не мажей километру. Ду супуся куки. Зачем? Пойду на дугу. Чтобы эти кёсы как мажал, Bet... Сент-Джон, говорит полковник Карт. Прием. Да, сэр. Капрал, да, это очень срочно. Один солдат, офицер, покинул службу. Офицер? Мерзкий предатель. Он убил двоих сослуживцев и украл один из служебных мотоциклов. Его видели на Саутрим Драйв. Украденный мотоцикл с синим бензобаком. Найди его, капрал. Да, сэр. Я его выслежу. Капрал, возьми предателя. Живым. Живым, сэр? Мы его повесим, капрал. Чтобы никто больше не подумал, что можно плевать на законы ополчения, как и на законы Господа. Слушаюсь, сэр. Свободен, капрал. Ну-ка, получи! Стрелять по мне, паскуда! Вот так.
Сент-Джон вызывает Уитакер. В общем... Капрал Сент-Джон. Да, Мэтт. Порядок. Полковник тут. Как раз говорила, как ты мне помогаешь. Капрал Сент-Джон? Да, лейтенант Уитакер. Очень тебя хвалим. Я просто делаю свою работу, сэр. Я рад. Лейтенант Уитакер сильно отстает от графика. Может, с твоей помощью? Нет, я же сказала. Биология, мое исследование, это намного сложнее, чем просто сделать бомбу. Уивер всего лишь... Лейтенант Уивер опережает график. Если вы не сможете его догнать, я заберу ресурсы с вашего проекта и переброшу на его. Вам ясно, лейтенант? Да, сэр. Ясно. Работайте. Все нормально, а то похоже, что... Извини, мне пора. Друзья, bet mum pirmoje eilėje reikia pasidaryti kokteilių, molotovo kokteilių. Gan daug. Dabar надо найти барахло для Уивера. Kadangi va šitas varnos arba paukščiai neatstos, visiškai neatstos. Я чую гнездо. Оно где-то здесь. Labai maišys. Stipriai maišys. Полистирол. Гнездо где-то рядом. Я уже чую вонь. А где оно, твою мать? Ведь рядом где-то. Тут еще одно гнездо. Сейчас мы его. Еще одно. Погнали. Вот, вижу. А, черт. Крикуны. Целое гнездо, мать их. Надо сжечь гнездо, иначе они от меня не отвяжутся. Ух ты, ё-то. Завалил. Тут нужны патроны для дробовика. И много. Aš suprantu, bet aš pačią... pačių blogiausių momentų ir nepasiruošęs. Daram tiek skaičių, kad pasiruošęs. Ech. Kiek daug sužetinių linijų mum davė. Neužėjau. Reikite iš šiam nafig. Bėgite. Gaila, negalima pasikelt į viršų. Ir kažkaip tai labai nelaiku baigėsi kerosinas. Jo, kerosino nėra. Na kągi, susitiksim, kai jau jisai pas mane bus. Nagi, aš dar kartą grįžtu. Deja, man pavyko padaryti tik tai vieną kokteilį. Bet čia tik vieną kokteilį pavyko padaryti kažkodėl. Dikonai, nu jo, majo, ne... Nedurniuok.
На, бандисим как морс толпить. На, лови! Еще немного. Bent jau yra kom gydytis. Na, bet tai man nelabai padės. Еще одно. Сейчас мы воспалим. Su kom? И sudeginsi man domų labai. Нам бы надо шаут. Это ж ты по-супранту не ищи, смотри, так говорить. Чем-то с процентом не ищи. Dar kažkas yra. Dar viena. Dabar viskas. Ne. Ну, покол. Этого хватит. Отмечу на карте, пусть потом Коури кого-нибудь пришлет за остальным. Долгим мне. Супрото. Майрича, нам долго. Ладно. Валить отсюда. Орда не прибежала. Вот так тебе! Терповый. На камень. Идем до борчаной. Спустимся на утонай. А, чертовы крикуны! Мародеры бьют фриков! Хоть какая-то польза от вас! Мне нужен бензин. То, что надо. Порядок. Банда мне шкодка. Банда.
Reiškia, bandom. Так, надо осмотреться. Mums reikalingas baikas būtinai su motociklu važiuokit. Taip išėna, kad reikia būtinai su motociklu tiek važiuoti. Нет, не сюда. Прежде ты не было керосина сюда. А, черт, не сюда. Лом, хорошо. Crater Lake. Aš tiksliai neatsimenu, kaip man aktyvuoti šitą dalyką. Aš žinau, kad man reikėjo kažkaip tai... baiką kažkaip pastatyti ar... ar pasivažiuot su jau. Kažkas tokio. Neatimenu, blamba. Ничего ужасного. Дмитрий, я дал высоту. Вроде порядок. Потысите. Эх, ир. Не супранту, как дарит. Вибруя геймпадас. Делко. Неишку. Нет-нет, это в той стороне. А ту и шкуру жена. О, atsirado pagaliau galimybė padaryti daug пинту. Ir ne viena. Labai keistas dalykas. Žiauriai keistas. Sekundėlė, aš tuoj grįšiu. Tuoj sekundė. Ir tuoj pradėsim.
Viskas kompas rašo, viskas... Ai, radau aš. Pagaliau, radau. Pasmotrim, što tut u nas. Polkovnik, ja jį našau. Это точно он. Напоминаю, мне он нужен живым. Да, сэр, я понял. Отбой. Ну давай, сволочь! Черт, нет! Штырь, вискас. Įvykdysim šitą misiją ir bus viskas. Байк, Дик, стреляй в байк! Что еще? О, черт! Пострелили! Есть! Да-да-да! Ну, вот и вискас. В самоволку, ну ладно. Но зачем убивать двоих? Отпусти меня, пожалуйста. Отпусти меня. Я скажу тебе, где я их спрятал. Честно. Извиняй, полковнику расскажешь. Таги. Ačiū, žiūrėt, iki pasimatymo, padėti komentuoti, palikti spausti laiką ir dalintis su draugais video, kai nepamirškit komentuoti šito video. Ir... Сейчас отправлю патруль, потом выйди на связь. Отбой. Ажгимел.